Экономическое положение континента имеет влияние на использование биткоин. Большинство людей в сельских районах Африки не могут позволить себе ноутбук, смартфон или интернет, чтобы прочитать новости о биткоине и использовать его в своей жизни. CoinIdle.com поговорил с Джорджем Сагалой, президентом eCurrency. Он сказал, в Африке проблема фундаментального развития еще не осознана. Рабочий класс не доверяет стабильности биткоин и видит криптовалюту как эксперимент, который может закончиться в любую минуту.